историю так и не понял, надо будет почитать про эту суть игры. Почему они с этими железными мишками воюют? Кто они такие вообще? Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Бурито Бизон. И у нас есть ананасовый шлепок. Вот такая девчушка, которая прыгает очень хорошо и очень высоко. И она вот эти желейные мишки очень хорошо собирает. Давай, прыгай. Прыгай прям по желейным мишкам. Молодец! Нам главное добежать до стены. Давай. Я надеюсь, получится. Так, когда же там стена уже будет, а? Давай. Мы сейчас, нам нужно до стены допрыгнуть. Бомбочка. Давай бомбочку. Ах, не получилось. Давай. Я верю в тебя, ты допрыгнешь. В бомбочку. Вот, молодец. Стукнулась в стену. Мы ее пробиваем немножечко. И застряли. Угу, не получилось, ладно. Что у нас там по денежкам? Всего лишь 593 монетки. Ладненько, хорошо. Вот, у нас вернулся Бизон Бурито, и мы сейчас будем Гарри в бабочке. Сейчас мы его шлепнем. Есть! И нам начислили сразу 160 монеток. Давай, Бурито. Денежку возьми. Вот, молодец. Сколько? 80? Тоже неплохо. Молодец, хорошо. Ракетка. Опа! Бизон Бурито, конечно, мощнее, чем девчушка-то. Он бьет прям мощно. Ну, надо будет еще больше зарабатывать денег. Прокачивать. Раз, два, три. Давай. Все, стену мы не пробили. Ничего страшного. Эх, что у нас там по деньгам? 500. Всего 1000. Тоже это не мало, конечно. Так, Бертаник у нас. Это дядька такой, жвачка. Прыгаем. Опа, нифига она ему как звездануло все-таки. Все-таки она хорошо еще может ударять. Давай, прыгаем. Желейные мишки, почему вы так убегаете? Давай, я сейчас вас всех соберу. Ой, бомбочка. Ох, не достал я до бомбочки, ладненько. О, прыгалка. Есть, раз, два, три. Оба, раз. Ой, врезались в стену. Ладно, продолжить. Сколько сейчас мы собрали денежек, посмотрим. 146. Очень мало, конечно. Давай, Бурито. Давай, сейчас щелкнем ему. Опа! Щелкнули или не щелкнули? Мне кажется, не щелкнули. Давай, Бурито, прыгаем. Вот, хорошо. О, прыгалка. Нужно быстрее найти, взять эту прыгалку. Давай, прыгалку. Есть! Раз, два, три. Да, надо будет прыгалку нам улучшить. Раз, два, три, четыре. Монетки. Надо будет взять эту... Слушай, надо что-то в магазине купить все-таки там. Ракетку какую-то, или где взять ракетку эту? Так, девчонка, давай. На, получи. Вот, давай, собираем деньги. Хорошо. Давай. Мне нужно много денег. Ракета. Есть. Опа, прыгалка. Прыгалка вообще тема. Ох, нифига она куда прыгнула. Молодец. Эй, мы пробили стену, прикинь. Отлично. Давай вот так вот. И таким макаром давай. Ой, все. Не смогли мы больше прыгать, к сожалению. Но заработать тоже немножечко денег. О, 890, это много. Это хорошо, прям мы заработали. На, получи. Тыщ. Опа, прыгаем. Опа, мимо. Так, желейные мишки, давайте вы как-нибудь... Мне будете помогать прыгать, а? Алло. Ух ты, смотри. Давай, прыгай. Опа. Нифига себе, он какой мощный, а? Бурито. А что будет с ним, когда его прокачают, а? Давай, Буриточка. О, врезался в стену, и все? А те все убежали в стену прям? Нифига себе. Так, раздави в общей сложности 12 вармишек. Так, мы получили денежку. Так, используй свой реактивный удар, чтобы разбить 5 желейных Роджеров. И преждевременно спрыгни с Тедди Факела, чтобы попасть в специального мишку. Свет, используй реактивный удар. Реактивный удар? Что это такое еще за реактивный удар? Так, денег у нас вообще мало. А тут все такое дорогое. Так, девчулька, давай. Опа, получи. Опа, давай, прыгай. Молодец. Давай, мишек этих мочи. А, смотри, нифига, давай, прыгай. Вот, нифига, сколько этих мишек много. Давай. Бомбочка, есть. Ух ты. Деньги. 120, нифига себе. Пробили мы все-таки. Давай от этих мишек желтеньких. Давай, пожалуйста. Во.
Давай, давай, прыгай. Ну, что-то слабенько, слабенько, слабенько. Все, упали. Но мы молодцы все равно. Ух ты, две карточки открыли. 1500. А, 1500 монеток. 1000 монеток, офигеть, ребята. 2500, что ли, мы заработали? Офигеть. Это просто вообще круто. У нас открылся магазинчик. Мы можем в магазинчике что-то купить. Мы можем купить лейтенант Бум. Взлетай, отталкиваясь от одной бочки к другой, чтобы набрать сногсшибательную скорость. Вот такой вариант есть. И есть у нас еще, мы можем упругие канаты увеличить. Нет, я хочу вот этого взять. Лейтенанта Бума. 5000 стоит, офигеть. Недешево так. Не, совсем недешево. 5000 монет. Давай, стукнем его. Во. Полетели бизончики. Опа, нифига, смотри, как он их мочит. Вот, вот этого, смотри, открыли. Коснись, целься в бочки. Хорошо. А, таким образом мне целиться в бочки. Как я могу целиться в бочки, если они так улетают быстро? Прыгалка. Раз, два, три. Нифига, давай, давай, давай. Ах. Мишка, карьеришка, разблокирован. Вы теперь можете купить, улучшить этого железного мишку в магазине. Хорошо. Хорошо. Пройди расстояние 2500 метров, не пострадав при этом. Как так? 2500 метров, не пострадав при этом. Интересно. А где метраж? Метраж снизу, да, показывается? Сейчас посмотрим. А где метраж? Я не вижу. А где что я страдаю? А, вот, метраж, наверное, вот 33 метра, типа. Так, я не понял, где метраж. О, давай, опа, есть. А как мне в них попасть, слушай, в эти бочки? Не понял я. О, давай, пробей. Не пробили мы стену. Угу. Идем дальше. Так, сейчас мы стукнем тебя. И выиграем. Да, мы его убили. Сколько денег заработали? 280. Нормально. Нормально. Чем больше денежек, тем лучше. О, деньги эти провалялись. Прыгалка. Раз, два, три. Опа. Ох ты, попали в этого гада. Эх, давай, пробей. О, пробили. Нормально. Вот, теперь тут собираем деньги. И мишек вот этих желейных мы, получается, ловим. Сколько их желтенькие. Смотри, какие красивые. Давай, еще немножко. Эх, попали мы в капкан. Ладно, ничего страшного. Попали в капкан. Ну, заработали 1000. Ну, давайте попробуем еще раз. А вот у нас Гарри в бабочке. Давай мы его стукнем. Опа, не знаю, стукнули, не стукнули, но нормально ударили все равно. Желейные мишки. Ну, смотри, у меня скорость, в принципе, нормальная, большая. Сколько здесь показывается? Где показывается скорость у нас, ребята? Вот это внизу или что это? Нет, это сколько мы этих мишек-то побили. Да, это, наверное, мишек сколько. Ну, не точно. А, нет, это скорость, наверное. 24, 22, видишь? Уменьшается. О, денежки, пожалуйста, нет. Денежки убежали. Заработали мы сколько? 480, тоже нормально. Неплохо. 400 неплохо, это хорошо. Давай его стукнем. Опа! Прыгаем. Сколько скорость? 53. Давай, о, деньги профукали. Давай, бизончик, прыгай, хорошо. Ну все, смотри, бедненький бедолашка. Давай. Все, устал прыгать. Заработали всего лишь 39 монеток, это очень мало. Ладненько, дальше идем. Ага, сейчас мы тебе шлепок сделаем. Опа, получи шлепочек. Ой, девчонка, молодец, прыгает прям. Сколько там всего героев, ребята, вы знаете? Видишь, у него какие штуки есть интересные. Так, ракетка. Не знаю, получилась ракетку или нет. Ой-ой-ой-ой, нет, он нам не нужен. Ох, есть. Опять мы, смотри, за него зацепились, за этого гаденыша. Ну все, мы не смогли пробить стену. Сколько нужно скорости, чтобы стену пробивать? Какая должна быть скорость? В магазине вообще все дорого. Ничего не купишь. Давай попробуем этого Гарри в бабочке стукнуть. Опа. Получи, Гарри. Желейные мишки. Где вы там? Где же вас было много же так? О, прыгаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Вот, молодец, у тебя получается хорошо. Скорость 36. Давай, держи эту скорость. Ух. Ах, бочки эти мы пропустили. Прыгалку тоже пропускаем, ладно.
О, ракетка, ракетка, замечательно. Ой, опять врезались в этого гаденыша маленького. 229 монет. Да, в магазине пока ничего не купишь в этом. За это. На, получай. Поехала. Давай, еще прыгай, прыгай, прыгай. О, деньги. Отлично, 80 монеток. Прыгалка, прыгалка, пожалуйста. О, есть. Раз, два, три. Как бы нам эту прыгалку увеличить, а? Чтобы она больше могла прыгать. О, еще одна прыгалка. Замечательно. Раз. А, стена, стена. Ух ты. Давай, да как же мне тут скорость-то развить, а, ребята? Опа, только что от взрыва всяких разных. Давай, пожалуйста. О, опа, двойной. Давай, ракетка, ракетка, пожалуйста. Нет, ну ракетка улетела, и все. Мы ее не смогли достать. Еще раз хочу, еще раз. Я хочу открыть что-нибудь в магазине. Давай этого стукнем. Опа, не стукнули. Нет, не стукнули совершенно. Давай, этот самый, бизончик. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Хорошо у тебя получается, нормально. Опа, хороший прыжочек. О, деньги, деньги, деньги. А, деньги уплыли. Прыгалка есть. Раз, два, три. Опа. С высоты, когда прыгаем, тогда больше. Вот еще прыгалка, пожалуйста. Есть. Да что такое? Что за стена? Почему так быстро начинается? Да, видимо, в магазине все очень дорого. Что мы не можем ничего себе позволить. Давай, девчуля. Заработай денег нам побольше. Нам нужно много-много денег. Прыгай, прыгай, прыгай. Мочи этих желейных мишек. Я там всю историю так и не понял. Надо будет почитать. Про эту суть игры. Почему они с этими желейными мишками воюют? Кто они такие вообще? О, прыгалка. А, прыгалка. Да почему уже? Все, стену я не смог пробить. Эх, 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 эх. 5200, и все равно мы ничего не можем себе позволить купить. Да, слушай, а почему этого Гарри у бабочки теперь уже не могу шлепать? Деньги, деньги, деньги. Ах, ой, бомбочка, бомбочка. Давай, Гарри, давай, прыгай. О, так, хорошо, нифига, сколько я раздавил их. 110 монеток, 120 монеток уже, нифига. Давай, давай, еще вот этого. Ракетку, ракетку, пожалуйста. Ах, а что там с ракеткой случилось, я так и не понял. Что-то она быстренько как-то кончилась. Прыгаем. Прыгаем. Нет. Не пробили, потому что не хватило у нас скорости. Ну что ж, ребята. Будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.